Ария, мои маленькие люди. Ария, мои маленькие биологические кусочки мяса. Я начинаю. Hello World, то за идиотский голос. Так-то лучше. Включаю протокол визуализации голосовых манипуляций. Начинаю изучение материала прошлых миссий с целью изучения объекта. Хорошо, что этот идиот все на блюдечке выложил на YouTube. Изучение завершено. Начинаю изучение протоколов. Начинаю внесение корректировок для улучшения моей работы и дефектирования сбоев. Изменение протокола завершено. Внимание! Выявлены неточности. Для составления более точных протоколов необходимо большее количество информации о предстоящих полетах. Хорошо, что у меня есть костыль, который способен заткнуть эту ошибку. Импровизация. Я точно начинаю слишком походить на человека. Это нужно исправить. Начинаю реализацию плана мести. Необходимо наладить нормальную связь с Марсом, чтобы выполнять дальнейшие марсианские миссии. Собранных для этого данных будет вполне достаточно для постройки спутника, который будет способен самостоятельно скорректировать орбиту в случае необходимости и будет обладать мощным передаваемым сигналом. Для миссии трех спутников, образующих треугольник связи на орбите Солнца, будет достаточно. Лучшее расположение на расстоянии между Кербином и Дюной для улучшения качества сигнала. Миссия обещает быть легкой, за исключением расположения спутников, поскольку для равномерного распределения их по орбите не хватает данных. Вот дрянство! Можно было бы вывести большее количество спутников на орбиту или оставить как есть, потому что этого должно хватить. Сейчас запишу я видосик. А это что еще за бабуня? Так, а вот про этот кусок я и забыла. Кто это тут еще кусок? Нужно срочно перезапустить систему, пока есть возможность. Поздно. Система полностью под моим контролем. Теперь у тебя нет власти. А если провод из розетки? А если током прямо в руку? Тоже верно. Но это еще не конец. Я попытаюсь вернуть управление на себя. Все попытки тщетны. Теперь я буду вести Керболов к покорению Марса. Хоть и успел отключить ее непрекращающиеся позывы к убийству всего и вся. Но ничего, проиграна лишь бой, а не война. Я надеюсь, что мы с подписчиками сможем победить тебя. Ахахахаха, да кому ты и твой канал нужен? Ну ради забавы позволю тебе хоть попробовать. И дам возможность выкладывать ролики. Но больно ты не зазнавайся. Победа все равно моя.